Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы советского борца, олимпийского чемпиона Александра Иваницкого прошел в Москве. Там сразу двум нашим вольникам удалось показать самые высокие результаты. Победителей турнира сегодня чествовали в Сочи. Главными героями стали Гоча Берешвили. Он выиграл серебро в весовой категории до 48 килограммов. А Самвел Терзян привез с турнира золото, став лучшим в весовой категории до 51 килограмма. Теперь он будет представлять нашу страну на первенстве Европы. У него дисциплина на высочайшем уровне. В финале он, проигрывая 6-2, вырвал схватку. Вырвал схватку, показал характер. И этот характер вырабатывается именно вот здесь, на тренировке. Это очень большой труд. Сейчас победители продолжают тренироваться. Задача – показать характер. И на первенстве Европы оно состоится в конце апреля в Киеве.